Всем привет! Здравствуйте! С вами те самые чуваки на задней парте. Пятерка. Мистер Пятерка. И мистер Пятерка. И мы подготовили все вкусы, всех продукций Влада А4. И мистер Пятерка приехал ненадолго, поэтому за каждую минуту я буду давать ему котлету денег, потому что ему надо скоро срочно уезжать. Собственно, мистер Пятерка, выбирайте, что мы сейчас будем пробовать. О, пельменьки. Пельмени-пришельцы. Пробуем. Пробуем. Мнение. Такси, чувак. Короче, на вкус как будто лей старый, просто зеленью, сметаной зеленью. Вот это я тут пельмени не почувствовал. Ну, нормально. Ну, ладно, оценку. Тут жвачка какая-то. По десятибалльной? Ну, давай. Ну, пятерка. Я ставлю 3, наверное. Я думаю, еще будет вкуснее. Прошу. Сладкие палочки, кукурузные, клубника и банан. Вкусно пахнет. Прикольно. Сиганца. Навалил басу. Мнение. 8-8. Я думаю, то, что даже на девяточку тянет. Очень сладко, прикольно. Я согласен. Ладно, 8. Минута прошла. Уже 2:40. О, с кетчупом чипсы, кстати, может быть прикольно. А. Мне такое нравится. Солененькие очень. Прикольные. Томаты, томаты. Зрители. Слушай, мистер Пятерка реально был прав, потому что привкус вот реально томатный такой. Был слышал? Я бы поставил тоже 8. Семерку. Так, мистер Легенда, я бы предложил вам выбрать напитки уже. Смотри, я взял вот так вот по 2, потому что они в банках. Может, ты брезгуешь или нет. Какой вкус на ваш? Так, ну берем по желтой. Хочу заметить то, что, смотрите, не полностью жестяная банка, а вот такая вот. Можно чуть-чуть повеселее, потому что это все-таки для аудитории Владача. Ура! Очень неудобно отрывается. Аудитория Влада А4. Это специально для маленьких ручек. Вот это. Ну да, но пальцы они отрежут себе. Значит, там еще есть какие-то кусочки. Это ирис карамель. А ну-ка. Мне не. Вкусно. И правда ириски. Что-то есть в этом, но как вот нету химозы тебе, не кажется? Химозы нету? Все равно прикольно, потому что тут, извините, есть что-то жевать. Тут какой-то кусочки кокосового желе. Ну, такое. Мультифрукт или баблгам. Давай мультифрукт. Так, ну что, вскрываем. Прошла еще минута? Уже 2 прошло. Слушай, вот это повкуснее. Да. Какой-то тутти-фрутти реально поприкольнее. О. Да. В этом что-то есть. Ой, блин, реально прикольно. Но цвет химозный, прям синий. Вот, подсними снизу. Прям такой какой-то синий цвет. Как волосы мои раньше были. Ну, короче, блин, не знаю. Ну, из напитков я бы 8 поставил. Ставим 8. Мистер Легенда, выбирайте. А, тебе... Я забрал твое это? Только да, не, не бей. Веселее, веселее. Опа! Ребята! Открываем Влад А4. Розовый напиток. Bubblegum. О, надо побольше открыть.
эскимозная тварь. Мнение соведущий. Ну, то же самое, да. Короче, синий как будто самый прикольный был. Да. Скипаем. Не, вот это самый плохой. То есть синий, потом желтый для меня, а потом розовый. Ваше мнение. Тоже синий. Мистер Пятерка, извините, пожалуйста. Так, это что у нас? Сметана и зелень. Ну-ка. Стандарт. Подожди. Интересно, чем оно отличается вкусом? Тут какой-то более приторный вкус. Вот это более яркий. Более хороший. Ну-ка. Еще. Вот это просто дефолт. Прикольно, приятно. Можно... Ну, на каждый день, да, пойдет. Нормальная тема. Да. Балл ваш, сэр. 8. Я абсолютно согласен. Угу. Так, мистер Пятерка, смотри, я выберу краб-ниндзя чипсы. Потому что я не люблю как раз таки краб. Лейс с крабом не люблю, все такое. Вдруг удивят, и вдруг круто будет. Как лейс с крабом пахнет. Как лейс с крабом, ребята, пахнет. Предыдущий был вкуснее. Я с крабом не люблю, ты вообще как? Тоже. Ну, 4. А4. Не, ну это вообще слабое. Кранчи, чипсы, сыр. Опа! Как будто засохший лаваш, какой-то другая форма. Это уже как будто не картошка. Хорошо хрустит. Слушай, это реально просто берут лаваш, как будто подсыхают. У вас есть лаваш вообще? 9. Ну, да. Подожди, что 9? Оценка. А. Это прикольно, в этом что-то есть. Нету практически конкурентов у данной продукции, потому что все стандартное, чипсы, кукурузные эти палочки. А вот это, ну это реально что-то прикольное. Это что-то между туком и чипсами. Мистер Пятерка, да, смотри, маленькие вообще какие-то штуки, зацените. Есть сухарики, лава-лава, лата 4. Мы сейчас будем кушать со вкусом малосольный пришелец. Я люблю, кстати, чипсы Лейс, малосольные огурчики. Уй-уй-уй. Вот это моя любимая пробовала. А ну-ка. Короче, чуть-чуть как будто остриночка есть, маленькая. И привкус реально, ни хрена я плюнул. Малосольных огурцов. Вот это хайп. А ну-ка. А ты на диете? Я уже покушу потно с леганца. А что ты кушал? Чипсы тоже. Мистер Пятерка, извините, что я вас напрягаю. Со вкусом богатырской шаурмы. Хорошо. Ребята, что-то я не вкус, не чувствую здесь вкуса шаурмы богатырской, но вкус прикольный. Оцениваю меньше, чем огурчики. А насколько мы оценивали огурчики? Короче, меньше. Мнение. 4-4 тут держи. Вообще думаешь? Ну я чуть-чуть на балл меньше. Прикольный вкус для меня. Ну вот мистер Пятерка что-то не оценил. Морковка. Пиратский холодец. Опа. Подожди-ка, это может быть даже интересно. А ну. Остринки никакой нет. Я люблю со всяких холодец и хрен. Кириешки. Но это что-то... Ну нет, не остринки, не яркого вкуса вообще. Чё мнение? У меня была стринка с леганца. Не, ладно, да. Вот сейчас я словил, да. Есть чуть-чуть. Деньги. Да что ж такое? Мистер Пятерка, ты меня грабишь. Так, какую оценку ты выставляешь? 9. 9? Не, для меня 7. Это вот 7. Может даже 6,5. Вроде прикольно со стринкой, но... У нас давай, может, запьем? Какой твой внимательный выбор? Зелененький. Ты вообще брезгливый? Не, нормально еще. А, ну тогда давай. Так, это лимонад со вкусом лимона. Пусть будет. Мистер Легенда, пробуйте. Газированный, прикольный форм-фактор бутылки, интересный. Ну, рассказывайте, пока я пью.
Ваше мнение хотелось бы услышать. Ну, как будто спрайт вот такой, ну, слегонца аналог. Да, что-то есть какой-то реальный спрайт. Это газа мало. Спрайт, то покрашенный в зеленый цвет, все. А почему мало газа? Какой, какие напитки у тебя по градации, какие тебе нравятся больше? Кола. Мне кажется, тут как будто... Да, газа меньше. Оценка? 8. Ладно, я согласен. Я согласен, что 8 баллов. Так, запиваем или заедаем? Ну, сыр, классика. Классика, сырные приколы. И тебе злоша. Это мне просто повезло, какой-то такой фурункулово. Достань. Ваше мнение? У меня 7. По мне... Злошам вкуснее было. По мне полная химоза. Лейс покруче гораздо будет. Химоза полная. Ну реально, что-то нет. Прошу прощения. Извините, мистер Четверка. Так, это что у нас? Что-то сладенькое, прикольненькое. Фрутти. И это кукурузные палочки. Блин, прикольно, ну-ка. Мнение. Ну, есть нотки ананаса. Это все мне? Да. Я ставлю вот этому, но это как будто самый вкусный за сегодня продукт. Самый яркий вкус, интересный. 10 я ставлю. 9. Так, и последний. Фанта Монстр. Ну, тут понятно, что отсылка на фанту. Лимонад с апельсином. Мистер Легенда. Чуть, ну, из фанта присутствует, но оно как будто более сладкое какое-то. Более детское. Ваше мнение? Ну, фанта обычная. Я думаю, нет. Ты попробуй. Сейчас. Попробуй. Я туда плюнул. Чувствуется. Слинька, да, есть, имеется. Ну, ребята, извините, у нас закончились продукты, и у меня почти заканчиваются деньги отдавать их мистеру Пятерке за съемки данного ролика. Ставьте лайки и... Скажи, 30 тысяч лайков, и мы снимем еще подобный контент. 30 тысяч лайков и донат, ссылка в описании. Мы привозим мистера Пятерку в Ростов и снимаем еще подобный контент. Всем пока. Спасибо.